Ну что, господа, включаем ICQ внутри GTalk. Значит, Gmail нам всем знаком. Вот у нас есть GTalk. Так, теперь, что нам нужно для того, чтобы включить? Нам нужны настройки для начала. Нажимаем на настройки. Проверяем, что у нас, что у нас язык английский US. Именно так. Если нет, то выставляем. После этого сохраняемся и идем на чат. После того, как мы заходим в чат, то, что нас интересует, находится в самом низу, вот здесь, обратите внимание. АИМ, чат. Здесь нажимаем, прыгнет окошко. Вводим логин и пароль, на этом закончилось. Все, теперь все ваши контакты будут отображаться, понятное дело, прямо в окне Gmail, обратите внимание, это уже ICQ-шные номера, можно работать. И забудьте про свой квип ICQ или что там уже было.